Доброе время суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock and Craft. Сегодня новинка Marillion An Hour Before It's Dark. Нас продолжают радовать прямо топовыми новинками, потому что группа Marillion — это по-любому топ в современном прог-роке. Это как бы неопрок, это можно сказать чуть ли не основатели стиля неопрок. Конечно же, неопрок вырос из обычного прог-рока, ну, с нюансами. Но если брать неопрок, то Marillion — это, возможно, там самая известная группа этого стиля до сих пор. Потому что вот альбом предыдущий, полноценный, 2016 года, поднимался до 4-го места в хит-параде Британии. Что можно, в принципе, сравнить с их главными успехами в середине 80-х. Нет, там было даже первое место у пластинки в Британии. Но времена уже не те, и 4-е место — это хорошее достижение. Так что группа до сих пор в топе. Это новая их пластинка. Состав коллектива существует с 89-го года, когда Стив Хогарт заменил Фиша на вокале. По факту, Marillion всегда были самими собой, потому что весь остальной состав — это тот же, который работал с Фишем. И Фиш все-таки в первую очередь — это, конечно же, стихи. Так что замена на Стива Хогарта, я понимаю, что принято делить период с Фишем и период без Фиша, но по мне сильно на стилистически на Marillion данная замена не повлияла. Пройдемся по композициям альбома, чтобы понять, что из себя представляет Marillion в данный момент, изменились ли они и достойный ли материал нам предоставили, нам преподнесли. Начинается пластинка с композиции Be Hard on Yourself. Вещь в трех частях. Ну, это же прог. Однако, что важно в творчестве Marillion? То, что, делая вот эти вот составные вещи, во-первых, они их делят на треки. То есть вы можете послушать только какую-то одну часть, которая вам наиболее зашла, а не делают огромный эпик, в котором тяжело разобраться. Во-вторых, вот эти вот, делая отдельные треки из многосоставных композиций, они очень удачно выделяют, потому что первая часть, открывашка альбома The Tear in the Big Picture, и она же продолжена в третьей части Be Hard on Yourself, она претендует прямо на звание великолепного сингла. И это лучший трек на альбоме. Вообще, в принципе, сама Be Hard on Yourself — это лучший трек на альбоме, но если брать вот прямо как весь эпик. А если выделить отдельную композицию, то The Tear in the Big Picture легко. Ну, если вот есть делать более такое плавное завершение, хит-сингл современного прог-рока. В ней потрясающе, в принципе, все. Ну, нет, мы не будем говорить про то, что вокал Стива Хогарта потрясающий. Вокал Стива Хогарта такой, какой он есть. И для прог-рока, и тем более для неопрога, он вполне подходит. Но в ней потрясающий звук, великолепное исполнение и потрясающая мелодика. Причем от и до, а не какими-то определенными фрагментами. Включая великолепный припев. Также в средней части Be Hard on Yourself, You Can Learn, присутствует название альбома. И к нему мы вернемся в конце пластинки. То есть альбом, разумеется, концептуальный. Не только сами вот эти вот эпичные вещи концептуальны, но и вся пластинка. Reprogram the Gene. Это еще одна вещь в трех частях. Второй эпик альбома. Но и в этой лучшая часть — это так же, как и в первом эпике, это открывашка этого эпика, этой трехсоставной композиции. Это Invincible. Она опять великолепна. По уровню, ну, может быть, только чуть-чуть уступает The Tear in the Big Picture. Напористая. Я бы сказал, что она даже реально рокерская. Потому что все-таки, ну, Marillion — это довольно, если... Безусловно, рок-группа, да, но все-таки софт-рок. А это прямо рок. Серьезный. Самая рокерская вещь на альбоме, я бы сказал. Вообще группа абсолютно узнается. То есть, если вы, например, бросили слушать Marillion на временах Фиша еще, вы сейчас послушаете и вы поймете, это Marillion, да. Группа узнается и вмещает в свой звук весь современный прог.
ну, на самом деле, который во многом и пошел от Marillion. А, воспитан уже неопрог. На, разумеется, на классике. Именно прог-рока это. От Pink Floyd и до Genesis. И в первую очередь Genesis. Причем во всех воплощениях. Что вам Фил Коллинз сольный, что Питер Гэбриэл, что сам Genesis, что с Гэбриэлом, что с Коллинзом на вокале. То есть на Marillion Genesis оказали огромное влияние. И это было слышно еще на пластинках с Фишем. Murder Machines. Это первый отдельный трек в альбоме, то есть не эпик и не входит ни в какой эпик. Эта вещь показывает второе лицо Marillion. Это такой поп-софт-арт-рок практически без прога. И в этом они тоже мастера. Ну и минутка саморекламы. Раз уж мы сегодня говорим о прог-роке, давно я не саморекламировался. Коллектив под моим руководством Siberian Train Band записали новый трек, проговый трек. Скажем так, первый действительно проговый трек Siberian Train Band, What's Wrong With Me. Ссылочку оставлю в описании. Можете перейти, послушать и посмотреть клип. Между прочим, актуальный сегодня и на самом деле актуальный всегда. Ну, по моему субъективному мнению. Буду всем очень благодарен за просмотр, за прослушивание и за мнение. В таком стиле очень часто бывает свойственно размазанность. Вот. То есть хотят передать такой полет мысли, а получается, ну, честно скажу, размазня. Но Marillion держится. Они действуют в стиле, они действуют в рамках, им удается вот держать вот эту мелодичность, не расплываясь. То есть, по сути, можно сказать, что Marillion повлияли не только на современных прогеров, но и, в принципе, на современных поп-рокеров, софт-рокеров, арт-рокеров, безусловно. И вот звук, отмечу звук. Мне очень понравился звук. Я это сразу сказал в первой же композиции альбома. Он мягкий, обволакивающий, но при этом четкий. Это редкость. И это еще один такой плюсик, который не дает мелодике расплыться. В общем, я бы так бы осовокупил, что Marillion обладают умением выделить суть. The Crow and the Nightingale. Это такая волнующая прог-баллада, где, опять же, вы легко улавливаете суть. Sierra Leone. Это уже эпик в 5 частях. Но он такой как бы сквозь короткие вступительные композиции, он докатывается до The Diamond, она нагнетающая и прекрасно переходит в наступление финальной More Than a Treasure. То есть, если первые два эпика все-таки были основаны на The Tear and the Big Picture и на Invincible, то вот это, этот эпик Sierra Leone звучит более цельно именно как длинная композиция. Вот этот можно было на 5 частей не делить, потому что ее имеет смысл слушать исключительно только целиком, чтобы именно вот в этот поток влиться, поток нагнетания к финальной вещи More Than a Treasure. Композиция Care. Это финальный эпик, еще один, в 4 частях. Ни разу я ничего не сказал про гитару, а Marillion почти на всех альбомах, наверное, на всех альбомах, свойственны действительно стоящие гитарные соло. То есть гитарные соло в лучших традициях прог-рока. Когда не скоростью берут, а идеей и душой, душевностью. И вот настоящий гитарный полет мы можем услышать, собственно, в одной из частей Care, Maintenance Drug. Вроде как сама композиция такая проговая, неровная, но гитарный полет здесь прямо идеальный. Вот
Обязательно запомню это соло, буду подводить итоги года. Вспомню. Это прямо, ну, одно из достойнейших соло, которое я слышал за последнее время, вот гитарных. Я, в принципе, очень уважаю именно такие в прог-роке, такие вот гитарные соло, когда вам ощущается именно вот тот самый полет, о котором я уже сказал два раза. Вы можете закрыть глаза и парить, как птица. Для меня, по мне, в прог-роке это самый идеальный ход, который можно вообще сделать с гитарным соло. И здесь это так и работает. То есть фишку они чувствуют. Ну и в этом же треке есть сама зарисовка «An hour before it's dark», которая логично, плавно завершает цикл. То есть завершает этот концептуальный альбом «An hour before it's dark». Моя оценка альбома 7,5 из 10. Это не шедевр. Начали, на самом деле, просто потрясающе. То есть «The Tear in the Big Picture», «Invincible» — вещи топ-10 из 10. Дальше они все-таки ушли, немножко отошли от прога. Да, от того, что это эпики, это многосоставные эпики, да, это, разумеется, прог. Но это все-таки прог, составленный из отдельных композиций. И плюс пара вещей, которые не являются эпиками в середине альбома. И чем дальше по альбому, тем больше современного вот такого поп-арт-рока. И меньше прог-рока. И это минус. Ну и все-таки они не смогли сочинить прямо великолепного материала на всю пластинку. Ну, с другой стороны, в конце нам дали великолепные гитары. То есть от потрясающего начала к хорошему концу. 7,5 из 10 – это действительно стоящая оценка. Это действительно стоящий альбом. И это 7,5, приближающийся к 8. В общем, Marillion меня в очередной раз порадовали. И еще раз отмечу, что вы можете сказать, да, подобные же вещи, например, и вот, ну, вот такие вот софт-роковые U2 делают. Да, но когда это делают, например, U2 и другие группы подобные, они реально расплываются мыслью по древу. Marillion же практически там, в 90% случаев держатся. Они держатся, они идут по грани, но не срываются. И мелодика всегда остается четкой. Также, такой же четкой, как и звук их альбомов. В общем, группа Marillion остается реальным событием в мире прог-рока. Любите прог-рок? Хотите что-нибудь новое из прог-рока? Ну, нового не в смысле того, что вас должны удивить. Вас здесь не удивят, конечно же, подобные... Вы уже слышали подобные альбомы, вы слышали подобную музыку, безусловно. Но хотите просто качество, действительно почувствовать вдохновение, новый альбом Marillion – это безусловное событие. Обязательно послушайте. Marillion в прог-роке, в современном, это важно. Пусть они и сами последователи, но ныне уже у них, у самих, последователей не меньше, чем у многих легендарных коллективов типа Genesis. С вами был Rock'n'Crust, спасибо за просмотр. В этом году как-то вот проговые альбомы выходят очень удачно. Скоро будет у меня подборочка из большого количества новинок, которые не вошли в основные альбомы. И там будет еще топовый прог. В общем, похоже, это год прога. А оставайтесь на канале, и будет еще много новинок и прога тоже.